Привет, кто здесь есть? Меня слышно, видно? Давайте проверим связь. Слышно, да? Ой, хорошо. Очень хорошо. Опять ездила за ноутбуком. Отлично. Тогда ждем пару минуток и начинаем. Спасибо, Надя, огромное. Добрый вечер. Меня видно и слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Будем начинать, не будем задерживаться. Отлично. Значит, начинаем, пусть остальные подтягиваются. Сегодня мы с вами в очередной раз поговорим, почему все-таки выгодно делать 100 баллов. И не просто делать 100 баллов, а именно держать этот VIP-стаж на протяжении многих лет, как это делаю я. Итак, начнем. Еще раз повторим, что 100 баллов лично, это получается, вы лично сделали 3%, можно сказать, вы VIP-консультант, и в следующем каталоге вы автоматически получаете следующие привилегии. Это 50% на каталоги, на пробники все, помад, правда, пока у нас нету, на один продукт 70% скидкой, и если свыше 150 баллов, привет-привет, девчонки, если свыше 150 баллов на протяжении трех каталогов, вы получаете еще 10% на весь вот этот товарооборот. То есть чем больше у вас будет товарооборот, тем больше вы получите скидку. Ну и, конечно, если ты новичок и сделал 100 баллов, конечно, это случается редко, но бывает. 50 баллов бывает точно, это уже проходили мы. Тогда стартовая программа уже с 90% скидкой, плюс сразу же 100 бонусов по накопительной. Кстати, по поводу накопительной, не забываем, что накопить за один каталог мы можем не более 150 баллов. То есть, если у вас, допустим, 186, тогда в следующем каталоге Faberlic Club вы видите только 150, а 36 сгорает. Это правило компании. Ну и, конечно, скидка 26%. И, конечно, если вы в веточке за свою группу, вы получаете объемную скидку. А как я уже заметила, что буквально недавно, и полгода еще нету, раньше у нас всего давали по 10 штук, привет-привет, но прибывшим, а сейчас дают и каталоги, и пробники все не менее, не более 500. Это очень много. И я всегда всем своим девчонкам рекомендую брать пробнички. Конечно, много не наберешь, но чтобы были особенно косметики для дома. Те, кто у вас делает, допустим, постоянно заказы, или же те, кто заказывает косметику, заказывает парфюмерию, а косметику для дома как-то стесняется, к примеру. Поэтому вы сразу подарочек, средства для духовок подарили, 100% в следующий раз они у вас закажут в большом флаконе. Я как-то всегда всех своих покупателей балую такими небольшими подарочками. Это, конечно, должен быть пакет, то есть не выдавать заказ просто, ну, из рук в руки, можно сказать. У нас есть чисто символические пакетики, ну, не знаю, как у вас там в России, у нас по 10 копеек, по 9 даже. Все. Правда, их бывает часто нет, особенно перед праздниками. Даже если там мыло, даже если там тушь, ничего страшного. Презентабельный, красивый наш пакетик и красиво преподнесен заказик. Ну, это, как говорится, лайфхак. И еще
хочу обратить внимание, в прошлый раз я на это не обращала внимания, что мы же все с вами, присоединяются девчонки, молодцы, мы все с вами приходим в бизнес, и самая минимальная, самая малая цель у нас – это стать директором. Так вот, мы все знаем маркетинг-план, чтобы получать объемную скидку с группы, достаточно делать 50 баллов. Здесь не поспоришь. Но вот представьте, вы открыли уже директора, закрыли его успешно, вроде бы мы молодцы, но мы знаем, что у нас еще есть такое понятие, такое условие, как бонус стабильности. Вот я его получаю уже тоже очень много лет. Бонус стабильности – это за что нам преподносится премия такая небольшая, 10% от премии. Это если ты в каждом каталоге подтверждаешь директора. Итак, представьте, вы закрыли директора, все, у вас лично в кабинете написано текущее звание директор, закрепленное звание директор. Все, мы молодцы. И по истечении 8 каталогов на 9 мы должны сразу с вами получить еще премию. Значит, в белорусских рублях это 145 рублей. И тут вуаля, ничего не получаем. Давай разбираться, а оказывается, бонус стабильности выплачивается только если ты делаешь 100 баллов. Некоторые девчонки на самом деле, можно сказать так, профукали. Извините за такой жаргон, но на самом деле плохо изучили маркетинг-план, и вот такие были нюансики. Я знаю, что некоторые из вас думают, ой, мне еще до директора, об этом подумаю потом и так далее. Тоже можно согласиться, но чем раньше вы привыкнете постоянно покупать только у себя, больше никуда не ходить, тем легче вам к этому будет прийти. Плюс, если вы будете все покупать, вы будете, может, с горящими глазами рассказывать о продукции, точно так же будут покупать ваши люди, потому что, поверьте, я думаю, вы сами знаете, сразу видно, когда человек попробовал этот продукт, когда он рассказывает со своего опыта, а когда, можно сказать, с отзывов там кого-то из чата или, допустим, там где-то на сайте в отзывах прочитал, это, конечно, видно. Ну и также бонус развития для лидеров, которое у нас платится со звания бриллиантовый директор, тоже такое условие. Если ты не делаешь 100 баллов, тоже не получаешь. Ну и, конечно, у нас очень многие девчонки вышли на Турцию, не забываем, что там тоже условие выполнять 100 баллов. Поэтому сегодня я вам хочу показать, что это не так уж и сложно. И что такое вообще, в принципе, VIP-стаж? Вот, самый большой VIP-стаж, как мы видим, это VIP-200. У нас в проекте VIP-200 пока получила только Оксана. Почему? Потому что вы посчитайте сами. VIP-200 – это значит 200 каталогов подряд нужно сохранять стаж 100 и более баллов. В году у нас 18 каталогов. Так что посчитайте, сколько нужно быть лет в компании, чтобы получить вот этот VIP-стаж. Мне, я чуть дальше покажу, остался еще один период, и у меня уже будет закреплен VIP 150 рубин. Но я тоже уже посчитала, что когда у меня будет 10 лет в компании, я тоже получу часики в подарок.
Я на них нацелена. Ну, а сейчас по порядочку. Итак, как только вы сделали первый раз 100 баллов, вам присваивается звание, вот как представлено на слайде, VIP-1. Значит, вы имеете привилегии, которые я чуть раньше рассказала. Один продукт 70% скидкой. Напоминаю, что в продукт 70% скидкой не входит одежда, белье, аксессуары, различные, там, допустим, пилка шлифовальная, там различные массажные вот эти наши приспособления, Денос не входит, но входят колготы, входят витаминчики наши, ну и вся косметика, парфюмерия, косметика для дома и многое-многое другое. Я всегда беру с 70% скидкой или колготы, или же витамины. Ну, а дальше я вам рассказывала пробнички и каталоги. Это VIP-1, то есть если вы сделали один раз. Напоминаю, что все акции у нас идут по итогу каталога. То есть, к примеру, в первом каталоге вы сделали 100 баллов, во втором каталоге вы эту акцию видите. VIP-3 – это значит, когда ты на протяжении 3 каталогов подряд сделал по 100 баллов, тогда ты уже участвуешь в акции на распределение контактов. То есть компания тебе, можно сказать, дарит новичков. Но вам обязательно нужно настроить в личном кабинете, не через приложение, а через сайт, в настройках, поставить птичку, что хочу получать контакты потенциальных покупателей. Потому что иначе вы не будете получать, привет-привет вновь прибывшим, иначе вы не будете получать контакты. Ну и, как и сказала, при заказе на 150 и более баллов 3 каталога подряд получаешь еще 10%. Дальше VIP-9. Здесь становится еще интереснее. То есть на протяжении 9 каталогов вы делаете заказ на 100 и более баллов, у вас привилегия VIP-1, привилегия VIP-3, и еще вам подключается акция. Вы сможете покупать новинки следующего каталога за 2 недели до начала периода. Девчонки, это очень классно. Сначала, ну, годика полтора назад, я не очень пользовалась этой акцией. Сейчас, когда я вовсю развиваю канал YouTube, развиваю личный бренд, я полностью на 100% пользуюсь этой акцией. Я заказываю новиночки, и вы все видите, снимаю видео. И сами понимаете, что чем раньше новиночки будут загружены на канал YouTube, тем больше просмотров будет, тем быстрее познакомятся консультанты с новинками. Ну и плюс, вы все знаете, что у меня офис, у меня есть специальные 3 полки для новинок, где всегда представляю их новым покупателям. Если это парфюм, каждому в заказе прилагаю блотер с парфюмом. Люди наносят себе на руку, чтобы посмотреть, как держится. Так что это очень и очень классно. Поэтому тем, кто участвует в акции на пылесос, мы все с вами знаем, что 8 каталогов нужно, чтобы получить пылесос. Так что, девчонки, 9 каталог вы делаете, опять же, 100 баллов, и вы уже становитесь VIP-9, и в следующем каталоге вам будет подключена акция новинки следующего предыдущего каталога.
И это все тоже будет в промо-акциях. И всегда включают эту акцию. Вот первая неделя каталога пришла, воскресенье 00:00 часов, и уже эта акция включена. Поэтому я часто вот так вот, вы знаете, что поздно ложусь спать, специально жду, чтобы часы перескочили на следующий день, сразу заказываю новиночки в воскресенье, и в среду я их получаю. Вот такой, можно сказать, лайфхак. Ну, вы дальше держите VIP-стаж и становитесь VIP-18. Это 18 каталогов подряд. То есть, да, это точно. Так получается, год вы держите VIP-стаж, год вы покупаете все для себя, для своей семьи на 100 и более баллов, и вам подключают еще один продукт с 70% скидкой. То есть вам уже можно будет не один продукт, а два продукта брать. И вы дальше продолжаете покупать, 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 и у вас все время два продукта с 70% скидкой. Еще раз повторюсь, я всегда беру витамины. И так как я витамины пью уже лет 6 точно наши, очень выгодно брать витамины с 70% скидкой. Сами понимаете, чем дороже стоит, вот допустим, Доброген Актив или Кензин Q10, тем дешевле он вам выходит. В итоге, допустим, на праздник маме подарить или, опять же, себе для профилактики 2-3 раза в год пропить. Очень классно, мне прям очень нравится вот брать и дарить подарки нашими витаминчиками. И что самое важное, что эти продукты тоже дают баллы, конечно, они половинчатые, но баллы дают, и плюс цена склада равна цене каталога. Поэтому очень удобно даже не делать минимальный заказ, а заказать отдельно вот тот продукт, который ты хочешь с 70% скидкой, и все. Классно, например, так отправлять подарок кому-то. Зашли, отправили на адрес, допустим, в другой город. Минимальный заказ не обязателен, позвонили, кому вы там отправили, зайди, забери подарок. Дальше, VIP-50, это уже серебряный VIP-консультант. Здесь подключается еще одна акция, которой я тоже вовсю уже, понимаете, давно пользуюсь. Это два продукта с 70% скидкой на бизнес-инструменты и бизнес-аксессуары. Скажу честно, я не знаю, какие у вас в России предлагают бизнес-аксессуары. У нас пока это ежедневник, блокнот, самокопирующийся блокнот для заказов и шарики. Были ручки, давали еще ручки. Сейчас ручек нет. Это все тоже с 70% скидкой, два продукта. Себе, ну, конечно, блокнота может только не надо, себе можно все взять. Дальше на подарки лидерам классно. Потом тоже я вот так вот подкоплю немножко и отправляю своим лидерам, которые не в моем городе, к ним на офис тоже вот такой вот презентик. И, кстати, пока не забыла, если вы не знаете, то VIP-стаж, не VIP-стаж, VIP сохраняется 3 каталога. К примеру, вот даже на те бизнес-аксессуары, в принципе, мне сейчас пока ничего не нужно. Ничего страшного, 3 каталога, вот эта VIP-программа будет, можно сказать, за вами закреплена. То есть, вот, к примеру, сейчас у нас первый каталог. Да, вот ежедневник, ну, будут скрины, наверное, может, 4 рубля или сколько выходит, ну, по нашей цене. И вот, к примеру, сейчас у нас первый каталог. Вот я сделала 100 баллов. Значит, во втором каталоге мне будут предлагать VIP первый. И он висит, получается, закреплен за мной второй, третий и четвертый каталог. Поэтому, если вдруг кто-то не знал, так что имейте в виду. Дальше. VIP золото. Это когда уже 100 каталогов подряд делаешь по 100 баллов. Подключает еще одну привилегию. Это один продукт с 70% скидкой на одежду и белье.
Если вдруг чего-то нет на складе, очень удобно ввести электронку в личном кабинете, это тоже надо делать через сайт. И когда, допустим, делаете заказ, пишут, что нет наличия, нажали кнопочку «Уведомить о наличии», и как только что-то появилось, сразу же придет уведомление на электронку. Ну, а дальше смотрите сами. Если, например, это дефицит, к примеру, ну, что у нас дефицит? Ножи. Так мне приходит уведомление, что ножи появились на складе, но когда ты зашла, там ничего нету, потому что такое уведомление пришло не только мне. И повезло тем, кто в данный момент был как раз за компьютером. Поэтому, девчонки, сейчас я нахожусь на уровне VIP-золота. Получается у меня два продукта с 70% скидкой, два продукта бизнес-аксессуаров с 70% скидкой и один, да, точно, кто успел, тот в шоколаде. В Беларуси точно заказали, будут. Я думаю, если в Беларуси заказали, в России тоже будут. Ну и один продукт с 70% скидкой на одежду и белье. Но еще раз повторюсь, в следующем каталоге я делаю 100 баллов, и получается в третьем каталоге мне уже будет два продукта с 70% скидкой. Хочу вам рассказать, как это интересно срабатывает. Ну, как говорится, чтобы знали на будущее. Обязательно эта вещь, которую вы хотите заказать с 70% скидкой, она должна быть в каталоге. Не на сайте, а в каталоге. То есть те вещи, которые представлены в каталоге. Конечно, лучше всего обратить внимание на то, что подороже, на то, что давно смотришь. Но если в заказе будет две или три вещи, допустим, маечка, блузка и брюки, к примеру, вы заказываете, то с 70% скидкой пойдет самый дорогой продукт. И, к примеру, например, вы себе заказываете блузку, там у вас кто-то заказал брюки, а еще кто-то заказал футболку, к примеру. Поэтому, конечно, нужно себе взять подешевле. Поэтому сначала заказываем блузку отдельным заказом, чтобы это было подешевле, а дальше заказываем, кто там что попросил, уже по тем ценам, которые есть. Ну и VIP 150 – это рубин. Добавляется еще один продукт на одежду и белье, получается, будет плюс два продукта с 70% скидкой. Ну и VIP 200 бриллиантик, это где-то 10-11 лет в компании непрерывного, можно сказать, стажа. Кроме вот этих всех привилегий, еще вручают вот в этом году, ну не в этом уже, в 19-м, на сцене в Москве, кто был на форуме, видел, огромное-огромное количество было VIP-консультантов 200, и огромное количество вручили часов, так что не переживайте, часы заказываются специально, и часов хватает всем. Дальше. Что-то я смотрю, разговорилась опять. Затяну. По стоимости балла. Значит, я думаю, вы все у нас знаете, что в компании Faberlic есть половинчатые баллы и целые баллы. Половинчатые баллы – это на то, что, как я как держатель пункта называю, спецупаковка. Это одежда, белье, колготы. Дальше – это косметика для дома по акциям. К примеру, если средство для посуды, к примеру, стоит 4 рубля 29 копеек, значит, там будут половинчатые баллы. То есть в Беларуси это будет 1 балл 4 рубля, в России 150 рублей. Если это средство для посуды за 6 рублей 9 копеек, тогда это будут целые баллы. И балл будет 2 рубля в Беларуси, 75 рублей в России. Не знаю, наверное, нас новички, что-то я смотрю, вроде бы новички немножко есть. Поэтому еще раз обращаю внимание. Сами понимаете, если покупать все акционное, тогда у вас будут половинчатые баллы. Вот, значит, рассказываю новичкам.
Если покупать все акционное, тогда вам будут половинчатые баллы. В России я не сильно ориентируюсь, поэтому привожу пример на Беларуси. Вот, к примеру, вернемся к предыдущему слайду. Вот, к примеру, 1 балл стоит 2 рубля. Значит, 2 рубля умножаем на 100 баллов. Значит, логически мы должны заплатить за 100 баллов 200 рублей. Но это бывает очень редко. Почему? Потому что какой у нас менталитет, какой у нашего окружения менталитет? Мы все всегда берем чем подешевле. Вот из-за того, что все, что мы покупаем в каталоге по акциям, где при покупке двух такая-то цена, или же при покупке по каталогу на такую-то сумму такая-то цена, вот это все идут половинчатые баллы. Дальше, как я уже сказала, косметика для дома, если на акции половинчатые баллы. И в итоге получается, что 100 баллов иногда может стоить 350 рублей, а иногда даже и 500, если, допустим, с косметики мало что там, 1-2 продукта, остальное все одежда. Одежда дает половинчатые баллы, и в итоге платим мы побольше. Поэтому я всегда своих девчонок учу, особенно если не хватает немножко баллов, вот допустим, там 10 баллов, к примеру, не хватает до 100. Если по целым баллам, это 20 рублей. Одним словом, это минимальный заказ. Но если брать, допустим, добирать бытовой химией, это может быть и 37 рублей, и даже 40. Поэтому лучше всего брать или витамины, или косметику для дома, но не на акции. Поэтому как уже сами приучитесь, да, вы купите, допустим, то средство для посуды по своей цене за 3 рубля, но оно дает, по-моему, 0,86 баллов. А если мы средство для посуды купим за 4 рубля, по-моему, 20 копеек, оно уже дает почти 3 балла. Поэтому считайте сами. И вот здесь я привела в белорусских рублях такой вот пример. Вот, значит, парфюм, к примеру, стоит 28 рублей 99 копеек. Баллы всегда считаются по ценам склада. Цена склада со скидкой 20%, то есть для тех, кто не делает 50 баллов, 23 рубля 19 копеек. Делим на 2 рубля, итого получается 11,59 баллов. Если же у вас скидка 26%, то это 10,73 балла. Если же платье стоит 87 почти рублей, цена склада почти 70, итого 17 баллов. Поэтому смотрите сами, можно взять воду, заплатить 20 рублей и получить 10 баллов, или же две воды и получить 20 баллов, или же взять одно платье, и это будет всего лишь 17 баллов. И вот то, что я вам рассказывала про средства для посуды. Поэтому компания предлагает выбор, смотрите сами, решайте сами. Просто я знаю, что некоторые возмущаются особенно много по поводу половинчатых баллов. Вы сами понимаете, что компания нам платит вознаграждение, нам платит деньги за что? За оборот структуры. Оборот структуры чем считается? Считается баллами. Представьте, если бы не было если бы у нас не было никаких акций. Сами понимаете, у нас бы меньше всего покупали, даже мы, наверное, на чем-то меньше всего заказывали. Поэтому компания выбрала вот именно такую политику. Низкие цены, огромный ассортимент и вот такую политику. Целые баллы и половинчатые баллы. Потому что если все у нас будет по целым баллам, сами понимаете, неизвестно, выдержит компания это или нет. Посмотрите на другие сетевые. Поэтому вот вам ассортимент, вот вам цены, которые мы держим, а вот это наше небольшое условие. Я думаю, здесь ничего страшного нет. Новичкам как вы преподнесете, так и будет.
А мы и без этого покупали 100 баллов, потом расскажу как. Вот. В компании я уже более 8 лет, 8,5. И здесь такие небольшие нюансики, небольшие мои принципы, с которыми я уже тоже живу много лет, и никто пока, как говорится, не жаловался. Я уже до такой степени привыкла все покупать у себя, что вы не поверите, я реально не хожу по магазинам. Ну, что касается вот этих различных, там, бытовая химия и так далее и тому подобное. Продуктовый, и то у нас город маленький, и у меня нет привычки там ездить то там дешевле на пару копеек, то там, мне мое время намного дороже, поэтому я еду домой по дороге, заехала в огромный магазин, купила все, что надо, и все. Но косметику для себя, уходовую, все, я все полностью беру у себя. Да, спасибо, стараюсь. И тоже мои девчонки уже знают, если кто-то что-то приходит на офис, особенно когда человека спрашиваешь, пробовали, не пробовали, ну, наверное, таких, чтобы вообще не пробовал, не бывает, но бывает, что, например, не все знают, что у нас есть косметика для дома, не все знают, что у нас есть одежда и так далее. Поэтому я всегда говорю, знаете, у нас огромнейший ассортимент, нету только туалетной бумаги, бумажных полотенец, косметических дисков и мусорных пакетов. Вот это все я покупаю в магазине. Остальное полностью на 100% я беру у себя. Также у меня есть привычка, как только я достаю новую баночку чего-нибудь, я сразу заказываю следующую. Почему? Потому что, сами понимаете, очень много дел, и все не упомнишь. И, к примеру, начинаешь мыть волосы, тут бац, понимаешь, ага, а шампунь-то заканчивается. А следующий придет, допустим, через 4 дня. И что, я буду ходить 4 дня с грязной головой? Нет, конечно, точнее, волосами. А пойти куда-то купить? Тоже рука, не поверите, даже не подымется. Поэтому нравится, ну, хотя мне все наши шампуни подходят, у меня всегда 3-4 вида разных. Беру я этот шампунь на постоянной основе. Достала я его со своих закромов, значит, делаю заказ, ага, надо заказать шампунь. И все полностью тогда мыло для кухни, оно какое-то нескончаемое, может, на месте 4 его хватает, ну, может подождать. Средства для посуды у меня тоже надолго хватает, потому что у меня посудомойка. Средства для духовки тоже надолго хватает. А вот такое, как, допустим, средства для ванной, прокладки, к примеру, вот это все я стараюсь раз в месяц стабильно заказывать. А если хорошая акция где-то, то даже и сразу 2 и 3 баночки. Также всем всегда дарю Фаберлик. Не поверите, даже не спрашиваю, нужно им оно, не нужно. Во-первых, у меня хорошая память на дни рождения. И как только вот у нас начался как раз тему Новый год, я сразу достаю календарик и сразу кружочками помечаю, у кого когда день рождения. И все, вот начался, допустим, вот сейчас скоро февраль, я сразу смотрю, есть день рождения, нету дня рождения. Также, как только, например, распродажа где-то была детской одежды, это в прошлом году было, в 19-м, и у меня получилось, что я... Распродажа была, наверное, в сентябре, а я подарков крестникам набрала уже по апрель. Это у меня было 5 подарков. Рост я тоже беру, ну, примерно. То есть, допустим, там спортивный костюм, джинсы, рубашка и так далее и тому подобное. Всегда беру одежду. Ну, иногда что-то, в зависимости, конечно, от возраста, там различные пенки, зубные пасты. Вот сейчас был Новый год, тоже все крестники получили фрукты и Фаберлик.
то гель для душа, то зубная паста, то пенка, то зубная щетка, то-то-то-то-то-то, все Фаберлик. Но девчонка в чате уже рассказывала, вот сейчас был Новый год, я очень долго думала, что подарить крестникам. Рассказываю почему. Потому что их мамы у меня все зарегистрированы. И я без понятия, брали они это или не брали. И было так смешно, что, говорю, дожилась, даже я не знаю, что подарить своим крестникам. А как у меня все мамы зарегистрировались? Вот так крестникам подарила, допустим, одной, помню, спортивный костюм. Звонит, мол, закажи такой спортивный костюм, только на размер больше, хорошо отходила и так далее и тому подобное. Говорю, ну, то ты закажи. Ой, это у тебя, может, дешевле. А кто тебе сказал, привет, а кто тебе сказал, что у меня дешевле? Цены у всех одинаковые, а ты еще и подарок получишь. Все, в итоге регистрация, сразу заказ костюма, конечно, каталог сразу. И в следующем каталоге подарок получила. Да, просто понимаете, так как мы, можно сказать, здесь варимся, мы уже привыкли к тому, что у нас все есть, у нас все Фаберлик, мы нигде не ходим и так далее и тому подобное. А некоторые же люди, они на самом деле, они на это даже некоторые жалеют денег, они считают это не, такой, не таким принципиальным. Даже, допустим, вот, ну, у тебя просто малыш на самом деле, малыш. Я смотрела по годам. И получается, Оля сбила меня с мысли. А, и получается, вот, допустим, я тоже уже не раз сталкивалась, что некоторые женщины даже не знают, как правильно ухаживать за лицом. Да, крем, все знают, как нужно наносить крем. Ну, могут не все знать, как наносить, по каким массажным линиям. Но не все знают, что нужно умыться, что нужно тоник нанести. Поэтому нужно дарить всегда все серии. И когда подарили, ну, без упрека, красиво преподнести, рассказать, как пользоваться. И поверьте, когда человек хотя бы недельку попользуется набором, что вы подарили, правильно, он вам сам позвонит, потому что просто на лице будет написано, что он выглядит шикарно. Вы сами знаете, что у нас кислородная косметика, которая патент имеет только мы имеем патент. Все, кремами которой очень многие люди реально вылечили свою кожу. Просто нужно делать. Одежда для малышей у нас, да, была. Это, я так понимаю, был такой пробный вариант. У нас всегда такое, если что-то новое выходит, вот, допустим, колготы появились 60 ден цветные. Все быстренько разобрали, на следующий год уже выпустили побольше. То есть спрос есть точно так и по поводу одежды для детей. И, кстати, что 100% работает, если вы что-то хотите, чтобы вернули, не пишите это в чате, а пишите в обратную связь. Вот точно так, девчонки, ну, недавно вернули живицу и вернули формулу молодости. Живица, может, полгода, может, больше не было. А формулы молодости, может, и года и полтора не было. Просто забомбили обратную связь, верните, верните, мы хотим. Все, вернули. Все довольны. Дальше. Да, надо писать в обратную связь. Дальше поддерживать тесную связь со своими клиентами. Я думаю, у вас всех они есть на работе, какие-то подружки, друзья. И в первую очередь думать о них, а не о себе. Рассказываю пример, который я привожу всегда, потому что я всегда делаю так. Вот, к примеру, у вас есть подружка или там коллега, которая любит очень аору и берет только аору. И даже пример на наших баллах. Вот смотришь, уже вроде бы реально все есть, но аор не хватает там, допустим, 7 баллов.
что заказывать то, что, в принципе, тебе не нужно. Ну, если у вас память девичья, как говорится, можете записывать. Но я почему-то всегда помню, кто что брал. В итоге, бац, сразу звонок Татьяне Васильевне. У вас аура еще есть? Сейчас на акции могу заказать. Все, конечно, человек, особенно когда услышит слово акция, захочет заказать ауру. Все, баллы вы добрали, ничего лишнего не взяли. Аура человека уведомили, человек довольный, что вы о нем помните. Дальше. Если же, это же, допустим, Татьяна Васильевна звонит и говорит, закажи мне аору. И, к примеру, она сейчас дорогая, 21 рубль. Я всегда говорю, вам срочно, она у вас уже заканчивается, или вы можете еще подождать? Ну нет, может, на месяц хватит. Просто, например, там через 10 дней она будет 18 рублей, ну, к примеру, или 17. О, да, конечно, я подожду. Все. Этот человек останется навсегда с вами. Вы показали, что вы не намерены на ней зарабатывать, что вы знаете ассортимент, знаете каталог. И все, и в итоге они так и будут потом звонить. В итоге, вот даже на этой неделе столкнулась, когда человек звонит что-то из заказа сразу, так, Коля, а средство для ванны какая сейчас цена, нормальная или нет? Нормальная. Так, значит, мне дочки там, и сразу там 3-4 штучки. Особенно, когда скажут, что сейчас акция, когда берешь 2, все, берут сразу 2. Дальше, если работаете с каталогами, вы сами знаете, что у нас нету парфюмированных страничек, поэтому делайте их сами. На сайте заказывайте блотеры. Вот я вам сейчас приведу пример. Вот, к примеру, сейчас на хорошей акции, ой, вот, допустим, Pacific водичка, ой, где наша камера, вот, Pacific водичка. Значит, обязательно побрызгали блотер. Ну, во-первых, у вас должны быть все пробники, для этого мы делаем 100 баллов. Я понимаю, что сразу все пробники не скупишь, но каждый каталог, по 10 пробников, я думаю, взять можно. Блотеры, если в продаже нет, вы можете взять обычный альбомный лист, разрезать его на полосочки. Если они сильно длинные, можно еще раз наполовину. И в итоге, получается, нанесли аромат на блотер, степлером прикрепили, где парфюм, подписали, и все. И в итоге, когда человек смотрит каталог, конечно, захочется, во-первых, когда ты открываешь страничку, сразу аромат. И посмотрите, все, кто смотрел этот каталог, они 2-3 водички будет заказано. Но не загружайте каталог, потому что запахи смешаются. Лучше всего 2 женских, 2 мужских, не больше. И разные, допустим, одну свежую, одну сладенькую. Мужскую тоже, допустим, то одну свежую, одну сладенькую. Дальше можно делать цветные закладки, но тоже немного. К примеру, каталог смотрится, но сделать, допустим, зеленые и розовые. И на розовых написать низкие цены, к примеру, а на зеленых написать «обрати внимание». Обязательно делайте закладки, где при покупке по каталогу. Обязательно. Люди некоторые не обращают внимания. И еще интересный пример приведу. Я уже заметила, сейчас я, конечно, меньше делаю заказы консультантам, а раньше, как начинала, я очень многим консультантам делала заказы. И вот в итоге, когда человек сам делает заказ, он где-то какую-то то акцию не понял, то не прочитал, то пропустил и так далее и тому подобное. А когда я делаю заказ, я обязательно все разжую, все расскажу и так далее и тому подобное. И в итоге вот и сегодня с девчонками в чате делилась. Человек мог сделать заказ только на 45 рублей, чтобы забрать скидку 8 рублей. В итоге заказ на 109. Ну, иногда такое бывает. А у меня есть еще в структуре женщина, которая всегда ко мне приходит делать заказ. Уже, может, лет 5.
они делают коллективные заказы, она всегда приходит, ее всегда отправляют, иди тебе, Оля, что-то покажет, расскажет, там, что выгоднее, я еще не так закажу. Ну, есть у меня такая привычка. Дальше придумывать свои акции. Например, на каталог тоже можно прикрепить степлером цветную бумажку или написать красиво, или же напечатать. При заказе на 29 рублей скидка 20%, к примеру. Ну, это я так делала на регистрации. Или же, если вы работаете только для баллов, то, к примеру, при заказе на 20 рублей пробник парфюма в подарок. Или там на 10 рублей пробник парфюма в подарок. Но это уже если вы работаете без скидок. Если вы людям и так делаете скидки, ну, то никаких уже подарков не нужно. Дальше, как только приходит новый каталог, я его сразу смотрю, но я не знаю, почему у меня всегда привычка, я смотрю его с конца. И сразу помечаю, что точно нужно мне. Дальше смотрю обязательно внимательно на акции и говорю, хорошая память, и сразу прозваниваю. В следующем каталоге, там, допустим, водичка ваша на акции, или в следующем каталоге краска ваша на акции, потому что есть постоянные девчонки, которые только, допустим, берут пятновыводитель, есть, которые берут только краску. И в итоге, когда, особенно сейчас, ботаника по 2,89, так некоторые сразу по 3, по 4 пачки берут. Дальше, относиться к каталогу как к походу в магазин. То есть нужно привыкнуть, мы просто, знаете, не замечаем, когда заходим в магазин, там 5 рублей оставили, там 7, там 4, там 3. Ну, я думаю, даже таких цен никто нигде не оставляет. Ну, я к примеру. Но если все вместе сложить, уже выходит где-то и 30 рублей. А если за месяц, ну, ты, извините, где-то 50 рублей оставишь и 70, особенно если у тебя какое-то, ну, вот, сидишь дома, никого не трогаешь, подружка пишет или звонит, слушай, я так подумала, не хотела отмечать день рождения, но все-таки приходи, посиди. Конечно, вы не пойдете с пустыми руками, ну, что нет. Даже если она чисто вас пригласила на чай, в итоге пошел в магазин, и даже если чисто символическое, что-то где-то купить, 10, 15, а может и 20 рублей. Ну так пусть у вас лучше различные там гели, кремики для рук, бытовая химия, те же колготы. Пусть у вас лучше будет все Faberlic. Все равно, ну, как я говорю, я беру про запас. Почему? Потому что одно достало, второе уже стоит. В итоге меня так пригласили, я сразу что есть, бац-бац-бац, собрала подарочек. Все. Я поэтому и говорю, я дарю только Faberlic. Дальше, ну, то, что я одеваюсь полностью, девочки, реклама, что я одеваюсь только в Faberlic, это, я думаю, видно по чатам, поэтому на офисе, на самом деле, особенно те, кто редко приходит и заходит у меня, например, там, новое платье или новая блузка, и сразу, ой, это тоже Faberlic, что-то я такого не видела. Говорю, ну, неужели вы думаете, что я только одеваюсь в Faberlic? Но если подумать, вспомнить, то, может, 70% у меня только Faberlic. Да, то, что мне не нравится, что не моего стиля, как я говорила в чате, я спортивный стиль не люблю, я такое и не беру. Ого, я даже и не знала, что я на Pro-Elixir подсадила. Ну, я не помню реально, кому я что дарила, но вот видите, живой пример. Не только на Pro-Elixir подсадила, но еще и в бизнес затянула. Вот как надо подсаживать. Ну и, конечно, абсолютно все должны знать, что вы строите бизнес в Faberlic. И поверьте, если это хорошие ваши знакомые, даже если у них на работе кто-то принесет каталог, они его посмотрят, но они обязательно вспомнят, что, ой, Оля же занимается Faberlic, может, она мне сделает дешевле, может, мне что-то посоветует, может, то, может, все. И они обязательно вам позвонят. Очень часто у меня бывает, что девчонки просто звонят даже с артикулами, закажи мне то-то. А могли бы заказать у тех, кто принес каталог. А сейчас вспомним, девчонки, как я зарегистрировалась. Если вы говорите, что тяжело делать, 100 баллов. Мы когда зарегистрировались, ну, это я. Оксана у нас еще раньше, наверное, с 9-го года или с какого она у нас.
Была только косметика, парфюмерия и уходовая. Все. Ну, как в обычных сетевых. Затем, когда мы съездили на форум, к нам присоединился Infinum Edelstar, появились БАДы, витамины, и появилась бытовая химия, косметика для дома. И то с косметики для дома я специально вспоминала. Был только порошок Эмили, до сих пор помню, средство для ванной, средство для духовок, средство универсальное для пола, карандаш пятновыводитель, спрей пятновыводитель и порошковый пятновыводитель. Все. Больше у нас ничего не было. Но я вам сама рассказала, и сейчас приведу примеры, покажу, что я уже больше 8 лет делаю 100 баллов. Как-то делали 100 баллов и без огромного ассортимента. А с нашим огромнейшим ассортиментом, особенно если, допустим, семья 4 человека, ничего не стоит делать 100 баллов. Просто переходим полностью в свой магазин, не платим никому выручку. И по поводу VIP-стажа, да, один раз у меня там, не помню, что это, конечно, было давно, не получилось, и я 50 баллов сделала, а 100 не сделала. И в итоге теряется VIP-стаж. Но у нас тогда не было акции по восстановлению VIP-стажа. И чтобы вас не обмануть, может, год прошел, а может, и года полтора прошло. И здесь появляется вот эта шикарная акция «Восстанови VIP-стаж». И я в который раз говорю, у нас в Беларуси шикарнейшие дочерние предприятия, шикарнейшие менеджеры, и они сразу отчетики и фамилии. Кому в этом каталоге обязательно нужно сделать 200 баллов, и тогда восстановиться VIP-стаж. И я помню, у меня был VIP-стаж, может, где-то 40, а потеряла я где-то 30. И, ну, конечно, вот 200 тяжеловато сделать, девчонки. Я помню, тогда добирала парфюмом. Вы сами знаете, что парфюм больше всего дает баллов. И я все-таки сделала этих 200 баллов, и в итоге с 40 сразу где-то у меня стало под 80. Так классно было. Ну, а сейчас эта акция у нас есть. Так что, если вы вдруг потеряли VIP-стаж, не сделали 100 баллов, в следующем каталоге обязательно нужно сделать 200. Но если не получилось, все, начинай сначала. Ну, стопроцентное потребление, об этом я вам рассказывала. Вы сами знаете, что у нас есть все полностью, что покупает любая среднестатистическая семья. Кстати, вот видите, как я придумала, точнее, не я придумала, а мне консультант подсказала. Не выбрасываем баночки из-под пятновыводителя и все порошки сверху подписала маркером, потом оно, кстати, хорошо смывается любым нашим средством, даже для пола. И в итоге у меня все порошки стоят в таких вот баночках. Конечно, сразу все не вмещается, потому что у нас порошок 800 грамм, но ничего страшного, с пакета побыстрее использую и затем только в баночке. Ну, а это все фотки очень долго искать, но я думаю, вы знаете, что я полностью одеваюсь в Фаберлик. И это все образы, которые я фотографирую. Все в одной же квартире, можно сказать, на одном же фоне. Ну, так как я бывший учитель, я люблю деловой стиль одежды. У меня как-то больше такой. Так люблю, так что если джинсы я куплю, мне их на очень много лет. Главное не поправиться. И кроссовок у меня тоже на очень много лет. И вот мой VIP-стаж, который я вам говорила. VIP-стаж виден в личном кабинете через сайт. Он идет вот такой вот линией, можно сказать. И видите, как только вы зарегистрировались, у вас линия на нуле. Дальше один раз сделали сразу такой вот цвет, как фиолетовый. Затем, когда 3, чуть-чуть темнее. Затем 9, 18, 50 уже идет серебряным, как обычно. Золото, желтое, рубин. Вот мне пишут, что остался один
период. И плюс всегда подсказывают. Ну и какие у меня есть привилегии, я вам уже перечисляла, перечислять не буду. А, не сказала, что скидка на белье серии Florange идет 30%. Если делать, не, ну это в принципе не менее 50 баллов. На 100, конечно, это тоже переходит. Вот как это выглядит в личном кабинете. В России, я так понимаю, мы просто еще на партнер 2.0 не перешли, а в Беларуси это выглядит так. Вот VIP-программа, видите, у меня еще висит, закреплена за мной и за 16-й каталог, и за 17-й, как я вам говорила, три каталога, оно закреплено. Здесь уже все забрала я, остались только пробники и каталоги. Как сами понимаете, мне... каталоговых пробников 500 штук не нужно, поэтому вот это меня всегда сгорает. Это что собой представляют бизнес-аксессуары? С 70% скидкой ежедневник, блокнот, набор воздушных шаров, ежедневники, так, блокнот, наверное, еще такой вот переворачивающийся у нас был, значит, разобрали, раз не дают, и раньше еще были ручки. Ну, это у нас вот так вот разбирают. Ну, вы сами видели, сколько стоит ежедневник. 15 рублей. 4,77. И, как видите, цена склада равна цене каталога. Это все, что я себе прикупила вот по этой акции. Конечно, покупок было больше, но только это смогла найти. Вот брюки мне вышли. Считайте, за 29 рублей, можно сказать. Дальше блузка. Пальто утепленное, которое стоило, может, 170 рублей, смотрите, за 65. Это недавние мои покупки. Ночная сорочка, смотрите, 14 рублей. Бюстгальтер 11 рублей. Вот скажите, где такие цены? Есть. Дальше вот блокноты, которые я говорила, за 2 блокнота, 3 86, наверное. Ну и каталоги. Я всегда беру 10, а иногда и больше, потому что я и новичкам их отправляю, и у меня везде каталоги. Ну и я вам хочу показать свой стаж, что за 8 лет мне компания подарила, можно сказать, 124 новичка. Конечно, они все не остались, вы сами знаете, что... включаемость у нас хорошо, если 30%, а иногда бывает и меньше, но компания, каждый каталог дарит новичка. Раньше, сразу скажу, было чаще, потому что с огромным стажем была, можно сказать, только я. Сейчас моя команда растет, моя команда развивается, поэтому только у нас в городе, может, 7 человек, которые имеют VIP-стаж. Так что все идет по порядочку, но я не жадная, я могу делиться со своими девчонками, так что, как видите, вот, кстати, если посмотреть с июня по октябрь, считайте, новичков не было, но это значит, что никто не оставлял заявки на сайте. Так что, девчонки, 100 баллов – это только звучит страшно. А действия очень просты. Сменить магазин, уведомить всех своих друзей, знакомых, родственников, что вы, у вас есть свой интернет-магазин, добро пожаловать, помогу, расскажу. Не хотят регистрироваться, ну, значит, покупай у меня. И, конечно, нужно знать продукт, потому что, как я уже говорила, когда твои отзывы, когда ты сам пользуешься, это видно в глазах, это видно на лице. А когда ты где-то приврала, это тоже видно. Всегда быть на слуху, поэтому у меня даже, если кто-то где-то не виделись и обменивались каталогами, они все спрашивают, ой, а можно я подпишу Оля Фаберлик? Говорю, пожалуйста. Я наоборот всем говорю, пишите Оля Фаберлик, чтобы вы знали, кто это. Ну и вот это наш личный интернет-магазин. Ну, интернет-магазин у нас здесь. А вот это наш интернет-магазин в сумочке и на столе. Все, старалась уложиться в час, у меня получилось. Спасибо, что пришли.
Буду благодарна, если напишите отзыв в мотивационном чате, что у нас проходят вебинары, что у нас прошел такой вот вебинар. Запись, конечно, девчонки, будет. Не бойтесь, не стесняйтесь заказывать нашу одежду, она бомбезно крутая. Что колготы, что белье. Я этим всем пользуюсь уже на протяжении многих лет, а белье уже вообще не снашиваемое. Главное определиться с размером. Все, всем приятного вечера и классных выходных. А еще лучше шикарнейшего закрытия каталога. У нас 2 дня осталось. Ой, Люда, спасибо. Все, пока-пока, где моя камера?